Всем привет! Марафонцы, сегодня у нас с вами 10-я тренировка. 10-я тренировка, и она будет в стиле кроссфит. 5 раундов, 5 упражнений по 10 повторений. Каждое, за исключением 5-го упражнения, это планка. Мы будем выполнять планку в течение 1 минуты. Первое упражнение – отжимание и становое. Отжались. Второе упражнение – бицепс плюс швунг. Пойдем гантель на бицепс. Разворачиваем руки, ладони смотрят вперед. И толкаем гантели вверх на выдохе. Третье упражнение – брейкданс. Колено-кистевая позиция, колени касаются пола. Разворачиваемся, скручиваемся влево, правая нога прямая вперед, перед собой. Разворачиваемся, скручиваемся вправо, левая нога вперед перед собой. Брейкданс. Четвертое упражнение – это медведь. Исходное положение – колено кистевое, колени касаются пола. Опускаемся на предплечье и возвращаемся в исходное. 5 упражнений, 5 раундов. Давайте ставить таймер и приступать. Поехали. Отжимание и становое. Сделали. Бицепс и толчок в потолок. Поехали. Бицепс и толчок. Сделали. Следующее брейкданс. Сделали. Медведь, локоть, ладонь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Закончили. Планка в течение 1 минуты. Таймер перед собой для расчета. И поехали.
Дыхание не задерживайте. Дышим. Сделали. Первый раунд. Поехали. Второй раунд. Отжимания. И становая. Начали. Сделали. Выдох, вдох. И переходим ко второму упражнению. Бицепс и швунг. Поехали. Сделали. Брейк. Поехали. Сделали. Медведь, локоть, ладонь. Жарко. Поехали. Планка.
Стою в планке, просто живота капает. Третий раунд. Поехали. Отжимания. Плюс становая. Начали. Сделали. Вдох, выдох. Бицепс и толчок в потолок. Поехали. Сделали. Брейк-данс. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще четыре. И последний раз. Сделали. Поехали.
на прошлом кроссфит-комплексе также сочетание было статики и динамики, но там по 45 секунд. Как-то было легче стоять. Сейчас очень тяжело стоять в планке. А что будет на последнем раунде? Поехали, у нас 4-й раунд. Отжались и станово. Поехали. Сделали. Бицепс и шумх. Брейк. Поехали. Сделали медведь локоть ладонь. Поехали. Десять. Просто руки скользят по коврику, потому что коврик мокрый. Аккуратнее, чтобы не поехали. Планка. В течение минуты. Поехали. Поехали. Но локтями не едем.
сделали. У нас с вами пятый, последний раунд. Очень-при-очень жарко. Но мы на финишной прямой, поэтому никто не расслабляется. И все доделаем комплекс до конца. Поехали. Отжались и стараемся. Сделали. Бицепс и выброс. Сделали. Брейк. Поехали, долго не отдыхаем. Я что-то подзависла. Мысли, поэтому поехали. Сделали. И последняя планочка на сегодня. Осталась одна минутка. Поехали.
Закончили. 26-17. Заканчиваем комплекс за 26 минут и 17 секунд. Какие же мы сильные станем в конце марафона. Комплексы тяжелые, но очень классные и эффективные. Думаю, они вам нравятся. Если нравится, то напишите в комментариях. Ну а на сегодня все. Не забывайте о растяжке. Увидимся на следующей тренировке. Пока-пока!